есть самая главная возрастная проблема. Прямо хорошо. Ой, они синеют. Они синеют. Покажи зрителям, что происходит. У меня кончается кожа на голове. Ребята, финальная стадия. Я лично готов к финалу. А вы? Ребятки, что вы знаете вообще обо мне? Помимо того, что я дико азартен и обожаю адреналин, моя самая любимая игра, не считая, конечно, баскетбола, это покер. Я еще прекрасно помню времена до того, как я стал блогером, когда мы гоняли по андеграундным покерным местам в Москве, а где сейчас можно нормально покатать. В Сочи это единственное лицензированное место, где можно поиграть в покер, а вот и нет. Папа катает на покер-доме. Как по мне, это, честно, лучший русскоязычный портал, где можно нормально хапануть адреналина и, самое главное, заработать денег. По ссылке в описании обязательно регистрируйтесь, получайте крутые бонусы на старте и играйте, тестируйте бесплатно. Это круто. Чё? Покердом. Прямо сейчас. Респекты самым лучшим подписчикам на Ютубе. Это вам. Ребята, наконец-то Габар встал на путь исправления. Сейчас будет годный, полезный, мотивирующий контент. Нет! Ладно, шучу. Разные блогеры поднимают очень серьезные проблемы. И вопросы. Это политика, это войны, это глобальное потепление. Пиздец. Я поднимаю вопросы, которые интересны моим подписчикам. Есть самая главная возрастная проблема. И о ней вам никто не говорит. А почему? Я не собираюсь молчать. Вы сейчас думаете, разговор пойдет о потенции? Нет, это мелочи. Ребята, вдумайтесь. Наша кожа с вами прирастает, блядь, к костям. Вы слышали об этом? Правильно, они все молчат. И не хотят, чтобы вы об этом знали, а я не собираюсь молчать. И прямо сегодня, прямо сейчас мы будем отлеплять кожу от головы. Ох, да, это рубрика «Мужская красота». Красота через боль. И, как перед любой операцией, место, где будет проводиться операция, необходимо очистить от волос. Погнали! Пришло время мяса. Ребятки, когда я вообще говорю о рубрике «Мужская красота», «Красота через боль», у вас сразу должно ассоциативно появляться лицо Мариат Мухиной. Здравствуйте. Привет. Как мы будем отрывать кожу от кости? Мы будем ставить банки. То есть это прямо, это банки в классическом понимании банки. Да, совершенно верно. И у нас такая процедура присутствует, но не на лице, не на голове. Ее никто не делает, как всегда. Габар, ты здесь будешь первым. Однозначно. Процедура это непростая, поэтому ее боятся делать. И правильно боятся, потому что ее должен делать только квалифицированный врач. Естественно. Это больно? Или не, Это чувствительно. Но, Габар, у тебя особый порог боли. Ты ее просто не чувствуешь. Это неправда. Это неправда. Я чувствую, я ору. Просто, ребят, чтобы вы понимали, иглу в позвоночник уже сделало больше 300 человек, и из них никто не кричал. Конечно, нет. Если связочный аппарат скальпа начинает фиброзироваться, кровь плохо оттекает, поднимается артериальное давление очень часто с возрастом, и при этом все равно человек испытывает нарушение мозгового кровообращения. Берем спирт, поджигаем и как бы выжигаем воздух. Там образуется вакуум. Это называется вакуумная терапия. Выжигаем и сразу ставим. Уровень кожи, которая поднимется в банку, мы прямо это увидим. Да. Я максимально смело к вам сюда прихожу, но каждый раз оно так. Так. Так, ну что, пошли? Пошли. Мы постоянно снимаем в режиме лайв. И мне тяжело предсказать, что, как повернется в каждую минуту любых наших экспериментов. И именно сейчас происходит так же.
сколько я вывезу банок. В моем плане я хочу всю бошку покрыть этими вакуумными банками. Но как в реальности, я не знаю. Потому что я прочитал такую информацию, что больше 3 банок на голове вывести нереально. Просто представьте, вся кожа на голове прямо сейчас начнет люто стягиваться. Как вы думаете, смогу ли я покрыть всю бошку банками? Пошли. Так, подождите. Все жестко будет? Очень. Так, давайте вторую. Ну как, габарит? Мурашки, я просто не ожидал. Я не делал никогда банки на голову, честно. Так, еще раз. Ох, вот это пожестче. Они не упадут точно? Нет. Ой, это прям пошла стягивать. У меня страшно, что они упадут. Нет. Сейчас упадут, я отвечаю. Нет, не упадут. Сейчас. Могу сказать, что уже скорец какая-то. Ну, то есть, кончается кожа на голове, такое ощущение, что прямо, мало того, что мне кажется, что они упадут, во-вторых, мне кажется, что кончается кожа на голове. Так. Накройте глаз, накройте глаз. Еп. Yep. Так, на... еще раз. На костяшку, наверное, нет? Сейчас. Ух, мать вашу. Ух ты. Закрывай глаз. Короче, я каждую серию говорю, ребята, что я такого не испытывал, потому что, мать твою, я каждую серию ничего подобного не испытываю. Покажи зрителю, что происходит. У меня кончается кожа на голове. Да, Габар, ну ты понимаешь, что у тебя есть падает, еще шанс... Падает. Да, подожди, сейчас я тебе поставлю. Что там, жесть? Ну, такое ощущение, что вот здесь, вот в этих двух, она уходит. Но давление туда поднимается, кожа, и кожа сокращается. На лице пока не сказывается. То есть... Я могу сказать, что кожа... Так, вот, закрой глаз. Закрой рот, я думаю, никак. Так, другой, другой, а я другой. Предлагаю... Нас теперь на лице бьюти... тоже. Друзья, у нас бьюти-блог, давайте увеличим губы Габа. Нет, они вообще нужного размера. Вот ровно какая-то граница. Вот здесь кожа лица и кожа головы — это совершенно две разные зоны. То есть банки, такое ощущение, что начинают подсасывать. Нормально, нормально. Банки начинают подсасывать кожу за все это время. Это же скорецка. И по эмоциям, ну я, естественно, весь мокрый. Я каждый раз делаем такое, что не делал. Ну, ладно, я не делал, но на Ютубе вообще ни одного такого видоса, ребят. На голове это непростая процедура. Как часто ее вообще можно делать? Только раз в месяц. Понимаешь, что тебе уже я предлагаю снимать банки. Я не чувствую, уже скорец какая-то. Просто жесть. Я весь мокрый, как всегда. Все, давай снимаем. Вы у меня ссылки с потными ладошками. Давайте попробуем. Давайте. Снимаем. Ой, она не снимается. О, мать ваша. Продолжаем. Продолжаем снимаем. Да. Ну, конечно, это сильный. Ребята, я ощущаю себя бутылкой дешевого пивища. Я думаю, мы сейчас полностью проработаем всю голову. Мне нужно подготовиться к играм Габарова, понимаете? Да, инсайт нам обеспечен. Мне кажется, какая-то плохая... Попробуйте на силу. Ох, взялась! Ребята маленькие-то не сравнятся с большими. О, стоп, ждем, мама. Прямо хорошо. Ой, они синеют. Они синеют. Просто скажите, что это так полезно, Габар, что ты... Полезно. Да, я люблю, когда полезно. Давайте лупим. О, 3 банки на одном месте, это жестко. О. Так, Габар, это как раз... Это полезно. Это омолодит и даст тебе возможность выиграть игры Габара. Оно досасывает. О. Мне кажется, я так не почувствую, что если я теряю сознание. Ой. Так, на шатырку. Не-не-не, нормально все. Так. Снимаем. Подождите. Снимаем. Все, снимаем. На голове, на черепе просто нету мяса. И поэтому я чувствовал просто, как кожа люто всасывалась в банки с каждой секундой все сильнее и сильнее. И сейчас мы переходим на затылочную зону. Просто потрогайте. Там уже нормально так миска. И я думаю, это будет значительно жестче. Фух, что думаете, я вывезу? Габар, пожалуйста. Все, блядь,
пока плана у нас нет. Угу. Так. Сейчас на шатырь принесу. Ребятки, я пока не смотрел в зеркало по пятибалльной шкале, насколько я сейчас стал выглядеть лучше. Вот вы видели начало серии и теперь. Ребята, финальная стадия. Так. Так. Мотор. Да, уже. Ну, мы как раз делаем еще массаж шейный воротниковый, вакуум шеи, затылка. И как раз прорабатываем... Ой, это же взялось. Простите. О, ждем. Видите, поднимается, очень сильно поднимается. Вот зона поднялась на сантиметр. Ребята, процедура непростая, 100%. Еще я предлагаю снимать, потому что очень сильно. Давайте снимаем. Хорошо. Шатно, да? Да. Блин, у меня просто немая голова, как будто она вся в банках, прикинь. Я предлагаю вам челлендж. У нас скоро финал игр. Я буду в нем участвовать, как вы знаете. И я предлагаю, чтобы Мариат специально для наших игр придумала максимально жесткий финал. И полезный. И, естественно, полезный. И если этот видос наберет за неделю 100 тысяч лайков, то Мариат Мухина делает максимально хардкорный финал игр Габара. Ребят, сегодня я выгляжу так. Многие блогеры задают тренды, вот волосы в зеленое, немного фиолетовое. Нет, ребята, в 2019 году модно по всей башке. Не брать все с запада, ребят, мы придумываем все сами. Такого подобного не было, и вы в этом можете сами убедиться. И самое главное, это еще и полезно. Если вам нравится то, что мы делаем, нам очень поможет ваша подписка. Лайк под видосом, коммент. Папа хочет в тренды. А, помогите, ребят. Всем респект, это была красота через боль. Бьюти-блук от Габара. Блук, блядь. Бьюти-блок от Габара. Всем пока. Нарежем. Хорошо. Ребятки, ну что, я лично готов к финалу. А вы?